Пробуй блоком умел. Итак, ребят, привет всем, с вами сегодня Гузи, сегодня со мной играет Артём, поздоровайся. Ну, всем привет, да, это я, их, может, кто-то знает, не знает. Всем привет. Сегодня мы будем смотреть на реакцию игроков Вайма на читера. Это получится очень интересно, поэтому переходим к ролику, погнали. Все. Катка началась, ребят, ну и сейчас мы посмотрим вообще реакцию Вайм World, да, игроков. Ну, сейчас у нас Кайварси, да, если чё. Смотри, сейчас как будем поупехаться. Давай, давай. Сейчас, если тут кто-то... Вот, вот, смотри. Вот, смотри, смотри. Я понял, с деревянным мечом. Господи, господи. Просто всех выносишь. Ну, это, в принципе, легко. Это, в принципе, стандарт для Вайм Ворлда. И никто пока еще ничего не написал. Хотя... Хотя сейчас должны написать уже что-то. Все же такие агрессивные. О, минус один. Хорош. Л написали уже. О, еще минус один. Хорош, ноль. Вот я напишу ноль. Это я написал сейчас. Чтобы они забомбили, типа. Да, да, да. Так, так, что там? Пока никто не бежит на центр. Ну, нормально, разношу с деревянным мечом. Да, вообще изи. Тут еще два донатера есть, вот это вот интересно будет. Так, вон там челики. Ну, мы их подождем, в принципе, зачем торопиться. Да. Так, опа, написали твой ник. Так. Они что, хотят репорт на тебя кинуть? Или что? Опа! Опа! Что такое? Что произошло? Забанили, что ли? Ну да. Не может быть. Удивительно. Да, это аккаунт просто нулевый. Зашел бы я со своего основного, меня никогда не забанили уже. Я могу тебе скриншот скинуть, можешь прикрепить меня сейчас на экран. Давай, хорошо, давай. И то банит не навсегда, знаешь? А на сколько банит? На 7 дней. Охренеть. Пипец. Это очень глупо, мне кажется. Да, мне сейчас еще один аккаунт создать. Окей, давай. Окей, ребят, начинается наша следующая игра. В прошлой Артёма забанили, но мы зашли на соло, чтобы там меньше людей было. Но сейчас мы посмотрим, что из этого всего выйдет. Я могу тебе сразу затаргетить, чтобы ты понял, что люди чувствуют, когда видят меня. Хорошо. Давай, давай, давай. Давай, я тогда к тебе сейчас пойду. Ой, боже. Ну, короче, я упал. Сейчас я буду смотреть за тобой. Смотрите, сейчас к другому построится. Он такой ничего не замечает, не подозревает. Артём прыгнул. И просто пацан ничего ему не сделал, даже ни одного удара не нанес. В принципе, легко для, ну, типа, играть так. Спокойненько можно играть, брать топ-1 с Кайварса. Кстати, пока, кстати, в чате ничего вообще не написали, только М один раз. Ну, сейчас мы посмотрим. Вот сразу двоих. Так, один сейчас точно сдохнет, все, один умер. Второй сразу сейчас отлетает, просто смотрите. Все, ничего не написал пока что, никто прям, это удивительно очень для Вайма. Ну, а ты че думал? Репорт? Читер это. Опа, так, уже один... Ну, сейчас могут забанить. Нет, вряд ли забанят, вряд ли. Так, уже тем временем 5 киллов. 5 киллов уже у нашего Артёма. Парень просто не может ему ничего сделать. Все, еще 6, наверное, уже, да, киллов? Да, 6. Можем его боком побить, в принципе, если интересно. Господи. И вообще, а что ты думаешь, типа, о читах? Как это, ну, с ними нормально играть, типа, или нет? Ну, смотря как, есть легитные настройки на читы, есть жесткие, вот как я сейчас играю. Ну, вот с легитными играет большинство, ну, игроков Вайм Ворлда, топеров. Да? Даже ютуберов, да. Нифига себе, я этого не знал. Я вообще к читам отношусь плохо, но мне очень интересно, например. Он опять в ту же коробку, блин, залез свою. Ну, сейчас у меня меч получше. Все просто. Минус человек. 7 киллов тем временем. 7 киллов, вы просто вдумайтесь. Так, остался последний чел, и там еще какой-то
человека щит. Сейчас мы его скинем. Да. Очень прикольно. И вообще, просто даже еще никто не забанил и ничего вроде в чат не написал. А, он АФК. Походу. Смотри. Ох, нифига себе, блин. Вот, в принципе, да. В принципе, первую, эту вторую же катку мы побеждаем и переходим к следующей игре, погнали. Ну что ж, началась наша третья катка, сейчас на меня просто построятся и вынесут меня. Я хочу посмотреть, вот просто попвпхаться, посмотреть вообще, что из этого произойдет. Так, сейчас я сделаю одну вещь и, в принципе, все. Так, я тебя жду тут. Давай, давай. Просто... Ты не против, если я тебя убью блоком? Давай, попробуй блоком убил. Ребят, ну, типа, я даже по удару не смог ни одного сделать. Блин, блоком просто изи убить. Итак, и мы начинаем наблюдать, как это сейчас просто... Сейчас у меня челлендж, как бы, затащить катку блоком. Его в яблоком в комбо заводишь. Просто, блин, он ничего не может сделать. Еще один, еще. Ты двоих сразу только что бил. Ладно, давай мы убьем мечом, потому что яблоком он не хочет скидываться что-то вообще. Просто минус один. Ля. Так, все пока хорошо. Никто не забанил. Уже, наверное. Античит. Античит забанил. Для использования читов. Античит тут такой себе. Это же репорты банят, это даже не сам античит. Вот, ребят, начинается очень, кстати, классная очень карта, Гридиант. Я тоже очень люблю эту карту. И Артём уже создал, типа, ник, похожий на мой. Я, конечно, не хочу, чтобы меня забанили, но будет круто очень, если меня по случайности забанят. Ну, сейчас мы все увидим. То есть, ну, читы, как бы, это, ну, нехорошо, если вы играете на... Правильно, честность, лучше не играть с читами, да, а я уже упал тем временем. Вот так вот мы его бьем, можем, в принципе, бочком побить. Ну, давай, ну, кстати, я могу бить 4 человек одновременно. Ни хера себе. Сзади парень. Ну, чит пофиксили, и, а можно было 10 человек одновременно бить. Это просто угар. Давай, если сейчас тебя не забанят, мы пойдем на кит ПВП. О, ну там ты меня мгновенно забанят. Ладно, окей. Ну, смотрите, пока что никто не забанил его. Ник очень похожий, кстати. Вообще никто не написал, типа, что он, типа... Мне в ЛС написали, зачем Хакстовин купил. А, да? Некроз. А, нормально. Так, ну, тут еще минус один будет сейчас, чел. Все. Ну, боком его убили, бочком. Да, бочком. Ну, можно, в принципе, отправиться за последним. А. Опа! Модер забанил? Античит опять забанил просто. А, ну отлично, вот. Да, античит. Но да. Это не античит, ребят, вы понимаете? Это просто обычный репорт. Это игроки могут забанить любого человека. То есть даже если вы будете играть без читов, вас может забанить античит, если на вашем аккаунте не наиграно 12. Все, ребят, всем спасибо за просмотр этого ролика. Надеюсь, вы поняли, что значит Vime World и читы. Ну, то есть, как ты считаешь, тут вообще можно с читами так нормально играть? Да, конечно, можно. Но просто нужен аккаунт, на котором нужно часов наиграно. Вот и все. Так что играйте доиграйте 12 часов и скачивайте читы на Vime, будете играть. Ну, реакцию, конечно, мы почти не увидели игроков. Типа, они не писали, типа, тупой L, типа, сдохни. Ну, такое. Типа, не знаю, почему они так не писали, но было вообще как-то странно это. Ну, спасибо всем за просмотр, всем большого настроения. С нами был Артём сегодня. Всем пока-пока. Пока.